я так не могу. Фоткаем вообще все, что есть. Все, что движется и не движется. Все, что не движется, мы все равно фоткаем. Потому что почему бы и нет. Вот. Тут есть пруд. Еще тут на самом деле есть павлины, страусы, эму, по-моему, эму страусы. Не эму, а эму. Вот. Какие-то деревья, пальмы. Ну, есть семена пальмовые, родина юго-западная часть Северной Америки. Вот такие вот. Они тут везде, походу. Вон там. Вот. Еще тут есть люди. Хорошо, хоть не цыгане. Терпеть, блядь, не могу цыган. Извините. Пойдем куда-нибудь? Сходим? Я просто не хочу идти туда, там люди. Ну, не люблю людей. Или люблю, но типа жить себе поляркой сложно, легко. Вот. Дуб иберийский. Иберийский дуб. Вот он такой. Не просто дуб. Вы что, дубов не видели? Ну, как бы вот. Зачем я его показываю? Это же просто дуб. Но он иберийский. Не какой-нибудь там иберийский. Мне показалось, там кто-то с кожей. Вон, смотри. Пальмы. Тут какой-то цветок распускается. Ну, типа сейчас. Очень мыльный по запаху. Очень мыльный. Как будто, знаешь... Так. Сейчас меня будут люди напрягать. Как будто, знаешь, жасмин пихнули в мыло. И духи раньше были, типа, «Красная звезда», по-моему, называлась. Вот. И, короче, их с концентрат взяли. Смотри, какая красота. Ну, типа... Мальчик сфоткал какого-то. Сам виноват. Вот. Короче, просто концентрат взяли и бахнули в мыло. Которое тоже пахнет, ну, типа мылом. А вот какой-то такой вот аромат. Куда? Меня его на мизинец нанесли. Или нет? Конечно, все ароматы очень мирные, кстати. Все, пчела залетит в рот, и все, я умру. Буду мертв. Буду мертв. Вот это вот сними, пожалуйста. Буду мертв. Как обычно. Так, а типа это вниз, да? Там шла. Лестница. Нет. Хорошо. Мне кажется, тоже люди. У нас патовая ситуация. Нам придется миновать людей. Мы заперты в кругу. Нам тоже люди. Вообще, мы вроде даже неплохо шли. Типа. Там тоже можно пройти вниз? Ой. Сейчас, на фотку мне придется страницу ВКонтакте заводить для фоток. В инсту я это все не выложу. Листики классные, можно вдохновение цветом сделать. Туда или туда? Фикус прямо стоящий. Ну, я бы не сказала, что он прямо стоящий. А это что такое? Смотри, какие цветочки красивые. Какие. Ах, я на макрость.
их поймаю, наверное. Я не поймаю. Нет, не знаю, не поймаю. Ну ладно. Так. Я не знаю, что тут рассказывать. Тут надо смотреть, просто ходить смотреть. Вот. Я чуть не упал. Ты видел? Красиво. Там прям. На самом деле везде красиво. А, вот эти мыльные цветы. А, магнолия крупноцветковая. Слушай, а разве не должны распускаться те цветы, которые... Давай, давай. Ага. Можно еще попробовать макроси. А вот тут, вот это уже пахнет вкусно, чувствуешь? Вот это уже мылом не пахнет. То есть там хоть дешевый концентрат, но мне понравилось именно сочетание, поэтому если, ну, типа я дома попробую навести какой-нибудь аромат, если мне удастся, я просто куплю натуральные эфирные масла и сделаю. Смотри, там жучки какие-то. И котик, смотри, котик, котик, котик пошел, нет, вместе, котик пошел вместе. Котик, ты в курсе, что мы тебя снимаем? Котик, котик, котик. Такой пришел, такой, слышь, зачем? Вот, и ушел. Вообще везде красиво. Вообще везде красиво. Знаешь, что мешает? Вот эти вот навесы. Вот эти навесы, вот они мешают. Ну, тихо, бля. Тут все такое античное. И типа современные всякие штуковины, они немножко не вписываются. Ну, смотри, какие беседки. Не по правилам. Снимай не по правилам. Делай все как хочешь. Потому что всем похуй. Я не фотограф. Ну, типа, мне за фотки не платят. Блин, знаешь, я, ну, короче, когда была мелкой, я хотела камеру. Ну, типа, фотокамеру хотела. И мне мама отдала мыльницу. Но проблема в том, что мыльница была, типа, сломанная. Я у нее батарейки ставила, и она, ну, там, то ли два, то ли три, короче, сделала этих снимка. И все, и села. А батарейки новые были. Вот. А потом я нашла камеру за пятёру. Знаете, как раз Олимпик или Олимпус. Как он называется? Олимпус. Вот. Конечно, на него фоткала. На него очень классно получается, но он не снимает видео. Вот эти, кстати, все штуки, знаешь, почему их делают вот сейчас белыми, а не глянцевыми? Раньше их делали глянцевыми такими, серебряными. Короче, они очень сильно отражают свет. Ну, то есть, когда фотографируешь, либо какой-нибудь блик попадает, либо просто вспышка. И они отражают свет. И типа сейчас их делают белыми, чтобы они не отражали свет. А на тех камерах просто все пластером заклеивается. Вот, и, короче, Олимпик
он отлично, просто великолепно снимает днем пейзажи. Пейзажи, некоторые портретные фото, если, ну, типа, очень надо, он снимет. Но у него, типа, видно зернистость такую. И, ну, это что-то такое, знаешь, что-то немножко ретро. Немножко 90-е такие, ну, по фоткам. Но красиво. То есть пейзажи, им можно фоткать и вообще просто на все забить, потому что получится классно. Я вот тоже на все забью. Вот. А потом, короче, нам вниз надо. Сейчас мы сюда зайдем, что-то поснимаем. Короче, потом я у одноклассницы купила за косарь камеру Nikon с чехлом, которая самая первая начала снимать видео. Вот. Но она рабочая, там надо было докупить аккумулятор, надо было докупить зарядку. Ну, типа, я все это сделала. Ну, почему и нет? Вот, все почистила. Меня, правда, тогда это потом одноклассница наебала на деньги. Ну, сука, блядь. Если ты это смотришь, знай, я тебе не прощаю. Я, блядь, ничего не прощаю. Простишь один раз, придется прощать постоянно. Не. Ну, вот. В общем, а потом я купила этот фотик. Ну, про камеру и видео я не рассказываю, потому что она у меня была одна, и она с 14-го года, по-моему. Вот эта вот. Но она классная. Там просто я ленивая жопа. Ну, в настройках не... Ну, мне лень в настройках просто разбираться. Из этой камеры можно, на самом деле, очень много извлечь. Вот. Ну, короче, вот как-то так. Ну и типа вот дуб сизый полосатый. Дуб сизый полосатый. Мало того, что сизый, так еще и полосатый. Вот это да. Вот это надо, конечно. Интересно, кто их называет? Кто называет эти растения? Ну, блин, живность, наверное, надо было показать, но это уже это. Не в этом, не в этом году, не в этот раз, наверное, да? Я просто уже хочу отсюда пойти. И тем более это чем-то кислым запахло. Пойдем, пойдем отсюда. Побежали. Да, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.